Здравствуйте! Вас приветствует Кадор Фитнес Таирова и я, Паркова Дарья. Покажу вам сегодня упражнение на мышцы груди на функциональных петлях TRX. Выставляем петли на среднее положение, на положение 2 полоски. Далее, разворачиваемся спиной к точке крепления. Кладем ладони на рукоятки для рук. Выходим в положение планка. Чем ближе к точке крепления, тем тяжелее. Ноги на ширине плеч, свели лопатки к позвоночнику, мышцы пресса подтянули. Опускаемся вниз на вдохе, грудная клетка выходит на одну линию с ладонями. На выдохе выжимаем вверх и соединяем петли. Снова разводим, вниз, вдох, вверх, выдох, соединяем. Опускаясь вниз, следите за тем, чтобы грудная клетка выходила на одну линию с ладонями. Поднимаясь вверх, следите за тем, чтобы лопатки оставались сведенными. Плечи вперед не подаем. Держите мышцы пресса напряженными, так, чтобы избежать прогибов поясничной модели позвоночника. Если вы поставите стопы вниз, это немного усложнит вам задачу. Опускаемся вдох и вверх выдох. Если эта нагрузка показалась вам недостаточной, вы можете опуститься и уйти полностью под точку крепления. Меняя угол в пространстве, вы тем самым добавляете нагрузку. Опускаемся вдох и поднимаемся выдох. По технике все то же самое. Выполняйте данное упражнение минимум 15-20 раз каждый день, и ваши мышцы груди будут в тонусе, что создаст вам прямую осанку и расправленные плечи. С вами был Кадор Фитнес Таирова. Занимайтесь спортом. До новых встреч!